Ребят, всем привет, добро пожаловать на канал Ринка Мисс Клик. Сегодня у меня будет опять вот такой вот формат. И сегодня, в общем, у меня пришла вот такая вот огромная коробочка от Ир де Ботэ. И я решила просто поснимать, показать вам. Тут должна быть коробочка красоты. Так что, если вам интересно узнать, что же там было, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. И начнем. Берите, конечно же, попкорн, что-то вкусненькое. И поехали. Сейчас мы все вот видели, какой у меня просто резак, только не знаю, кинжаль. Просто огромный. Ну и как? И как же тебя открыть? Так, так, так. Товарная накладная. Всегда. Коробки, бумажки вот эти вот. Нам здесь вот мне нужна. Вот оно. Так, вот что нам нужно. Нам нужна вот эта вот коробочка красоты. Сейчас я попробую вот так вот как-нибудь сделать, закрепить. На самом деле только что сходила на почту, забрала ее и сразу же решила вам отснять. Сама еще, как вы понимаете, не знаю, что там не лежит, но догадываюсь, потому что перед тем, как можно заказать коробочку красоты, там всегда можно узнать, что же, какое содержание этой коробочки. Ну что, поехали. Рандеву с маркой, как обычно. Коробочка красная, коробочка черная. И та-та-та-та. Вот эта вот полосочка, слушайте, я влюбилась в полосочку морскую, в такую черно-белую, зебру. Рандеву с маркой. Все заклеено. Вот смотрите. Какой раз я заказываю коробочку, видите, она тут надорвана все время. Все время какие-то надорвашки идут. Так. Открываем. Надеюсь, с первого дубля у меня все получится отснять. Ах, у меня аллергия, девчонки, прям просто замучила меня. Ох, заколебала. Так, ого! Видели, какое содержание? Просто много-много-много-много разных вкусняшек. Ну что, поехали. А начну, наверное, рассказ, показ вот с этого. Кстати, все ровненько, все чистенько у меня пришло. Пришло у меня облепиховый бальзам облепиха Сиберика. 50 объем миллилитров. Получается, это у нас питание и восстановление. Облепиховое молочко для тела. Интенсивное питание. Вот так вот, и увлажнение, и шампунь, питание, восстановление, то есть, ну, как бы хороший такой набор, ой, travel набор. Я хочу сказать то, что я смотрела коробочки, много смотрела коробочек по поводу Ир де Ботэ и разных, все время возмущаются, что там коробки с какими-то travel наборами. Но, девчонки, мы же все знаем то, что все вот эти вот, по большому счету, travel наборы, они должны даваться в подарок. Но раз мы это все покупаем, производители этих коробочек, они просто решили это все сюда ложить. Следующее, что у нас здесь лежит, от Sephora крем, увлажняющий крем для лица 15 мл. О, вот это я попробую. Вот это, конечно, у меня ни разу ничего от Sephora не было. Все запечатано, это очень круто, потому что сейчас у меня есть на самом деле крем. Это, кстати, у нас увлажняющий крем для лица, сделано в Швейцарии. Миниатюра в 15 мл, очень круто. Следующее, что у меня здесь есть, попадается Матисс. Фирма тоже ни разу не пробовала. Это у нас, по-моему, лосьон. Да, лосьон для лица. А ничего на русском, кстати, нет. А мягкий лосьон, вот, вот, девочки, мягкий лосьон из цветков липы для чувствительной кожи. Это же прям как для меня, 30 мл. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вы понимаете? Вы понимаете, насколько это просто угадали коробочку? Хороший travel набор, кстати, действительно пахнет липой. Вот открыла и пахнет липой коробочка. Вот такая вот замечательная миниатюра, это достойная миниатюра, которое можно распробовать. Следующее, что я вижу,
Вот, у меня две манюнечки. Одна от Поет. Это лосьон. Надо будет посмотреть на сайте, что это за лосьончик такой. А, здесь его прям совсем чуть-чуть, 10 миллилитров, но попробовать тоже, в принципе, хватит. И надо будет просто посмотреть, что это за тонер, лосьон, тоник. Кто пробовал, пишите, как вам действие данного лосьона тоника. Мне дико интересно узнать, что он из себя представляет. Следующее это у нас от Lancôme. Это у нас, по-моему, по всей видимости, да, это двухфазное. Вот на камере, кстати, видно, а вживую слабо видно то, что это двухфазное средство для снятия макияжа 15 миллилитров. Ну, такое манюнечку, смотрите, прям, ну, это вот как вот вам показать? Ну, посмотрите, насколько оно маленькое. Посмотрите, ну, это прелесть на самом деле. Ни разу у меня не было ухода от Lancôme, я думаю, тоже можно будет оценить. Вот это вот, девочки, это Benefit. У меня вообще не было, вот кроме той коробочки простые, то, что у меня пришла помада от Benefit, больше у меня вообще ничего не было, поэтому для меня вот эта коробочка, это просто поросячий виск, что называется. Это, в общем, у нас идет вот такой вот набор, говорю, вот такая вот коробочка. Это у нас идет. Я хочу и вам показать, и сама прочитать. Это у нас идет медиум КВШ, 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 КВШ. Это консилер, девчонки, это консилер во втором номере. Короче, сейчас меня либо забанят мои подписчики, тот, кто меня смотрит, скажет, господи, ты перед тем, как открывать коробочку, хотя бы читай, что это. Сейчас попытаюсь аккуратно открыть, потому что если вдруг не подойдет, чтобы я смогла спокойно подарить, либо еще что-то. Ой, давай, открывайся. Вот оно. Вот оно. Посмотрите. Посмотрите, какая милота. Вот у Benefit, я хочу сказать, продукция, это прямо на девчачья. Вот такая вот штучка. Срок годности у нас идет. Срок годности 6 месяцев после вскрытия. Ну ладно. Вот такое, смотрите, средство. На самом деле сейчас как раз на загорелую кожу очень даже хорошая, достойная миниатюрочка. Здесь у нас 1,6 грамма. Отличный вариант. Очень красивая упаковка и коробочка. В общем, мне нравится. Так что вот такая вот штучка у нас была. Следующая от Benefit. А что это у нас? Ага. Так, как бы тебя аккуратненько открыть? Девочки, я это знаю, что это такое. Это, по-моему, хайлайтер. Я их видела в наборах такие. Продаются, да, хайлайтер. Это даже показано, как им пользоваться. Здесь у нас 2,5 грамма. Посмотрите. Сейчас. Девчонки, но тут умазаться, я хочу сказать. Красивущий цвет. Ой, классное содержание. Красивый цвет. Смотрите, цвет шампанского. Ну что у меня тут в блике? Так, красивый цвет от Benefit. Классная миниатюрка. Я думаю, мне ее хватит очень надолго. Следующее, что у нас идет, это Нарцисс Родригес. Это у нас новинка от Нарцисса Родригеса. Хермуск, и вот такой вот флакончик. Пахнет пионами, у меня уже такой есть. Очень довольна, что мне он попался. Каролина Херрера Приф аромат. Его здесь у нас 1,5 миллилитра, мне кажется, но он достаточно большой. Да, 1,5 миллилитра, девчонки. Каролина Херрера тут у нас. Вон она, я с камеры, видели? Следующее у нас идет Дольче Габбана. Аромат на самом деле классика, который я хочу купить. Это получается женский аромат и хлом. Это мужской аромат. Это все. Так, это у нас что? Парфюмированная вода и парфюмированная вода по 1,5 миллилитра. Здесь без пульверизатора, но Дольче Габбана они, в принципе, никогда практически с пульверизатором ничего не ложат. У них всегда вот такие вот пробнички прилипают друг к другу. Флакончики. Вот такие вот у него хорошие манюнечки, пробнички. Я очень довольна. Следующее, что у нас здесь есть, а это у нас какая-то красивущая открытка. Давайте ее откроем. Давайте как-нибудь ее красиво откроем. Мне прям жалко такую красоту. Мне прям жалко. Ну, сейчас подождите, девочки, я попытаюсь ее открыть красиво. Такая вот.
Ой, я обожаю такие открытки. Вот честно, очень красивая открыточка. Я ее сейчас вот так вот положу. И здесь у нас аромат. Аромат называется вот так вот. Мне кажется, цитрон Дирабль. Дирабль. Это, наверное, какая-то нишевая парфюмерия. Может быть, я ошибаюсь. Maison de Parfum. Девочки, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за такое, потому что у меня такого не было. Приятные ароматы. Через баночку слышно. Но у меня сейчас плохо сработает нос, поэтому даже не буду пытаться вам расписать эти ароматы. Но очень достойные, кстати, такой вот хороший розничек. Если это нишевая парфюмерия, значит, она стойкая. Думаю, хватит ее на приличное время. Также вот я, наверное, и оставлю с этой открыточкой, пока вот очень сильно нравится. И еще мне положили вот такой вот. Это что у нас? Так, я сейчас вот так вот сделаю, чтобы вы тоже прочитали. Это увлажняющий кондиционер с морским шелком и увлажняющий шампунь с морским шелком. Здесь у нас по 7 миллилитров. Эту компанию я ни разу не пробовала, фирму. С удовольствием попробую и в дальнейшем, конечно же, вам расскажу. У меня закончилась память, и на чем я остановилась? Ну так вот, девочки, вот такое содержание, как вы видите, у коробочки от Il de Beauté номер 16, рандеву с маркой. Я осталась дико довольна. Да, возможно, какие-то из этих миниатюр они должны доставаться в подарок при покупке, но вот такие вот презентики, которые мы себе делаем в виде заказа коробочки, она не дешевая, девочки, она стоила 1000, по-моему, 99, конечно, по возможности я где-нибудь здесь вам покажу, сколько стоила эта коробочка, но наполнение ее мне абсолютно понравилось, как ароматы, так и travel набор, потому что облепиха сибирика мне очень сильно понравилась, несмотря на то, что это, в принципе, очень даже бюджетный уход за волосами, а вот такие вот штучки в виде миниатюрок, они очень сильно спасают бюджет, в плане того, что мы, во-первых, можем распробовать и понять, нужно нам это или нет, а вот этот вот 2,5 грамма хайлайтер, так мне кажется, его моим внукам еще останется, так что вот так вот, девчонки, всех люблю, целую, не забудьте написать, если вы знаете, что это за аромат, пишите, конечно, в комментариях, мне дико будет интересно узнать, что это за парфюм, такой нишевая парфюмерия или нет, может быть, я уже к тому времени, когда выложу это видео, уже буду в курсе, что это за аромат, в общем, всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, конечно же, подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой инстаграм и давайте делиться приятностями, и всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, и всем пока-пока!